Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове. Чуба-дуба-дуба-пада-па-па. Пытается. Выпустите меня! Со мной этого ненормального посадили! Он бежит ко мне! Опа! Побежали! Смотри, Фредик, я тебя таким образом раскочегарю, и ты станешь худее всех. Ты станешь даже более худым, чем Бонни. Тебя все будут любить, тебя даже Чиков... О, боже мой, да ты вот так ты платишь людям, которые пытаются тебе помочь, да? Я твой фитнес-тренер, Фредди, не такой меня. Ты же не придешь в тренажерочку и начнешь бить всех тех, кто дают тебе возможность тягать железо. Правильно, поэтому не надо на меня нападать. Ну просто понимаешь, ты настолько пухляш, что ты даже меня поймать не можешь. Даже Бонни бегает быстрее тебя. Все бегают быстрее тебя, даже я бегаю быстрее тебя. Нормально! Когда я закрываю глаза, я в домике. Все тогда хорошо, все тогда классно. Я не испугал, все нормально. Правда, мистер Цветок? Я могу его взять? Когда я закрываю глаза, я вижу больше вещей. Не знаю почему, но с закрытыми глазами я вижу больше, чем с открытыми. Такое бывает, когда у тебя очень хорошее воображение, ты закрываешь глаза и хлоп, видишь то, чего никогда не видел. Эй! Открывай, я знаю, что ты там! Кто бы ты ни был! Добрый вечер. Добрый. Как ваши дела? Вы не разговорчивы сегодня какая-то, да? Ну-ка, дружище, проведи-ка ты вот на ютубе еще популярный челлендж, там 24 часа в магазине где-нибудь, там в туалете, вот. Ты проведи в ванной 24 часа, хорошо? А мы будем издавать звуки, типа, страшно, чтоб на видашку потом заснять, и чтоб все думали, типа, ты что-то клевое делаешь. Я думаю, как-то так все происходило, а здесь я как